Всем ку. Ну что, продолжаем выживание. Давайте посмотрим, на чем мы остановились в прошлой серии. А в прошлой серии я, по-моему, хотел сделать себе это, как его, из кожи и пофармить немножко свининки. Из кожи я хотел себе сделать, получается, накидку, шорты. Шорты, штаны, штаны, шорты. Ботиночки сделал, шапочку еще пока мне с ней делал, потому что меня что-то сильно много времени эта игруля занимает. Приходится бегать, фармить туда-сюда. И как-то руки не дошли. И еще нам нужно будет с вами в этой серии. Да, вот я сделал глиняную печь, но еще не работал на ней. И гончарный станок. Так, в печи мы сможем с вами выплавлять. Где наш крафт? Ну, алло, прогрузись. Выплавлять кирпич. И можем выплавлять себе крышу, вот это понимаю, глиняный кирпич и как же эта штука называется, которая сверху на крышу ложится, где оно? Где оно, где оно, где оно? Тут где-то оно было, если не ошибаюсь. Черепица, вот, черепицу, по-моему, можно будет делать, да? Либо нет, либо меня глюкнуло. Либо меня глюкануло, либо я увидел, что тут можно будет делать черепицу. Не знаю, если можно делать черепицу, то будет прикольно сделать себе маленький домик. Чтобы у нас из черепицы была, получается, крыша. Крыша, крыша, крыша. Так, наша глина находится вот в этом месте. Вот, источник воды. Где источник воды, там находится немножко глины. И вот источник воды тоже. Там глина находится. Открыл я полностью карту. Здесь еще не лутал я. Вот это вот, что находится, особый объект, было не до объекта. Вот я кабашку завалил и шакала пришлось, потому что он намешал. Ну что, давайте пойдем по заданию, по главной сюжетке и поплывем в регион Бизона. Я взял с собой, получается, кокосы, хороший ремонтный набор и что еще? Это зелье у нас. Индийское лекарство. Сделано на основе... Ага, видит животное сквозь переграды. Так, и камень взял на всякий пожарный. Мало ли, вдруг пригодится шкуру там разобрать. Ну что? Давайте... Нет, не то. Ну. Давайте поплывем с вами... Куда мы с вами поплывем? Поплывем мы с вами вот в новый биом. Правильно? Вот сюда. Так, экспедиция в регион. Да, есть. Ну что, поехали. Посмотрим, что нас тут будет ждать с вами. И насколько сильно у нас повредится лодка. Можно было бы еще сделать бы набор бы по ремонту улучшенный. Мне нужно улучшить, получается, это как его стол. А стол я пока не могу улучшить. Там что-то нужно, но много всего. Так что давайте смотреть. Как обычно, долгая загрузка. Ну. И еще чуть-чуть. Еще самую малость давай. Во, отлично. Поехали. Классненько. Прочность лодки. Ну, в принципе, немного. Немного повредилась. Так, у нас нам тут карта есть. Карта есть, нет информации. Ага. Ля, неизвестные локации. Ну что, предлагаю начать отсюда. А дальше там уже... А дальше уже смотреть. Так, найти корабль Санта-Мария. Ну, Санта-Мария я вижу. Вот оно находится. Вот тут слева на горе. На скале. Поплыли сюда. Только единственное, что на нашем с вами основном острове нету меди, нету железа. Надеюсь, что мы здесь сможем с вами добыть. Так, и как мне к тебе подобраться? Это ж ты, я надеюсь, правильно? Это что-то не спутниковая тарелка. Так, ну да, корабль. Прикольненько. Во, останавливаемся. И давайте посмотрим, что у нас тут. Тихо, 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 все.
Давайте посмотрим, что у нас тут с вами ждет. Ага. Ага. А я не могу забраться, да? Да, я не могу забраться. Нужно ближе подплыть. Тихо, тихо, тихо. Все, отлично. Блин, я буду орать, если у меня корабль застрянет. Придется переигрывать. Так. Давайте, давайте пробираться. Не, листочки нам не надо. Бочки мы взять с вами можем, но они бесполезные. Так, что нас тут ждет? Что нас тут ждет? О, бонжур. Загораешь? Понял, ну загорай, загорай. Найти каюту капитана. Хорошо, каюту капитана мы найдем. Это что такое? Железный пруд. Во, хорошо. Хорошо. И что это нам дает? Это нам дает какой-то новый крафт. Правильно я понимаю? Мы сможем с вами... Ага, мы ничего не сможем с вами. У меня ничего не появилось. Ладно, ладно. Давайте, значит, с вами сделаем вот так. Потыркаем эти штуки, чтобы они у нас пропали. И когда у нас будет новый крафт. Тележка для бревен. Прикольно. Сушилка для еды. Блин, тележка для бревен. Сколько можно? 6 бревен за собой. Нужно будет поделать такую штуку, потому что я вручную в основном их всех тягаю. И мне оно как-то не совсем прикалывает. Все. Отлично. А я с собой факел не взял, да? Да, я с собой не взял факел. Хотел взять факел, ну ладно. Думаю, думаю, как-то без факела справимся. Так, здорово. Ты не против? Я возьму книжечку. Что это у нас такое? Прочесть. Ну? Ага, нужно нажать Т и пропустить темноту. В темноте ты у нас читать не можешь, да? Ладно, давай. Бум, мореходство. Отлично. Что это нам дает? Это нам дает... Так, разблокирован эффект открытия рецептов приманка из листьев. Ага, вот она чё. У нас с вами теперь есть приманка из листьев. Теперь не обязательно будет делать с вами... Эти какие, приманку из червяков, правильно я понимаю? Так, сейчас буквально одну секундочку кое-что проверю, да. Вот. Это у нас здесь щепки забрать. Они зачем нам нужны? Запал для розжига. Ага, мол, здесь вместо щеп. Понял, это для розжига. Это старая бочечка. Это наши щепочки. Блин, в каждой новой игре... Угу. Угу. Дуло пушки. Ладно. Ой. Дуло пушки. А мы можем его с собой потом забрать? Все. Лежи тут. Мы тебя потом заберем. Заберем, заберем, заберем. А, каюта капитана у нас находится. Так, половина древесины тоже заберем. Где у нас каюта капитана находится? Найти каюту капитана. Только не говори, что внизу где-то, да? Так, алло, игра. Дай подсказку. Да и подсказку мне нужна. Одна подсказка. Или это есть каюта капитана? Ну, по логике, вот это вот оно, правильно? Или нет? Или да, или нет? Джесс рубить? Веточки? Нет, веточки мне не нужны. Ну и все. Все, это все?
Или как? Или где? Или кто? А, вот она что, Михалыч, понял. Хорошо. Вот и факел, да? Улучшенный факел. Все, давайте факел мы положим с вами. Вместо, наверное, кирки. Вот сюда. Так, здесь заколочено. Здесь взаимодействовать. Похоже, в эту дырку можно пробить выстрелом из пуш. А, вот куда пушку надо. Вот оно чё. Вот оно. Понял, понял. А я думал уже. Уже пушечку с собой забрать. Ладно, давайте попробуем. Мне просто интересно, как она отсюда попала вот сюда. Но я думаю, это останется тайной. Так, дай пройти. Разместить. Угу, и что? А. Нужен порох. Нужен предмет, мешочек с порохом. И где он находится? Где он находится, этот мешочек с порохом? По-любому где-то спрятан, да? Так, мешочек с порохом, ты где? Ага. Вот тут что-то есть. По-любому тут есть мешочек с порохом. Так, ну все, дай пройти, пожалуйста. Ну дай, ну дай, ну все. Ну, умничка. Щепка. Угу. Так, взять ядро. Отлично. И взять мешочек с порохом. Идемте устраивать биг бадабум. Все, идем. Лилу мультипачпорт. Нужен горящий факел. Окей, окей. Давайте возьмем в руки факел. Разжечь. И понеслась. Прикольно. Так, а как тебя потушить? Погасить все. Давайте смотреть. Блин, я хочу себе такую пушку домой. Рыбу глушить. Ладно, давайте. Я вижу, вижу, что вы ничего не видите. Я вижу, что вы ничего не видите. Не-не-не, не разобрать, не надо. Нет, 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 нет. Нет-нет-нет, разжечь. Все хорошо. А если мы ее запрячем и в руки возьмем что-то другое, можно, да, так? Понял. Взаимодействовать. Не, пока здесь мы взаимодействовать не будем. Так, это что такое? Добавленный набор инструментов. Отлично. Что нам дает? Без понятия, да? Ладно, ладно. Надеюсь, с помощью этого набора мы с вами что-то сможем сделать. Так, ключик взяли. Хорошо, пошлите. Тут ничего нету? Нет, ничего нету. Ага, вот ремонтный набор улучшенный. Супер, все, шикарно. Так, теперь осталось найти. Ага. Так. Спирт изучен, а я теперь отсюда не выберусь, да? Мне придется тебя разбирать. Так, на Джей, где у меня Джей? Хорошо, что я с собой взял топор, причем улучшенный, да? Да, я улучшенный топор с собой. Камень для розжига, да? Кремень. Кремень, это что такое? Спирт. Прикольненько. Крафт, что мы теперь сможем сделать? Медикаменты. Так, медицинский набор. Ну, иголки у нас есть. Сухожилие есть. А это глиняный горшочек. Мы потом сможем с вами, наверное, глиняные горшочки вот такие вот делать. Использовать, улучшить химический стол для крафта.
Вот, улучшенный стол для крафта нужно потом сделать. Хорошо. Так, у нас есть теперь ключ. Что он нам дает? Найти каюту капитана. А это не была каюта капитана все-таки, не? Это все-таки не была каюта капитана, насколько я понял. Хорошо. Нужен ли мне сейчас горящий факел? Тут, я думаю, нет. Ладно, иди каюта капитана, если здесь ее нету. Неужели я ее пропустил? Так, а ну, игра. Блин, гребаные ящики. Гребаные ящики. Ну, иди каюта капитана. Не, ты не каюта капитана. Ну, понятно, я сейчас буду бродить, 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 а она находится где-то тут, прямо ж. Прямо ж где-то тут, где я ее не могу заметить, да? Ага, маленький медицинский набор мы с вами нашли. Отлично. А я не могу пушку перевернуть, не? Не, пушку я уже не могу никак перевернуть, не могу с ней никак взаимодействовать. Ладно, ладно. А это не каюта капитана, случайно? А не, это, по-моему, это вот эта дверь, да? Да. Ладно, давай смотреть. Давай смотреть, давай смотреть. Только мы с вами погасим факел. Погасить. Так, но это не дверь, это явно не дверь. Здесь у нас тоже ничего нету. Так, веревка, бочка. Бонжур. Ну, иди найти каюту капитана. Где ты находишься? Обычно самые ценные вещи лежат в каюте капитана. Нужно найти способ попасть туда. А куда туда? Куда туда? Скажи, пожалуйста. Внизу мы были. Здесь. Все, все, все. Вижу, 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 ребят, вижу. Вижу. Здорово. Давайте сделаем немножечко светлее. Чуточку светлее сделаем. Блин, и нужно попить будет. А у нас здесь водичка с вами? Нет, зато у нас есть финик. Хорошо. Так, срубить, срубить, срубить. Положи. Это нельзя ничего взять. Привет. Взять инвентарь. Понятно. Это что такое? Морской бинокль. Прикольненько, прикольненько. Ключ от кают капитана, морской бинокль. Продаю. Свое дьявольское изобретение. Хорошо, с помощью я видел, что бла-бла-бла дает информацию о дистанции до... Окей, и мне интересно, а можем ли мы с вами сделать... Так вот. Бум. Есть, шикарно. Мы сделали зарисовку. Мы сделали зарисовку, хорошо. Здесь мы берем с вами чернила. Срубить, срубить. Это стеклышки. Ладно, забираем книгу. Давайте смотреть, что это такое. Капитан Санта-Мария и его помощник убиты. Похоже, убийца стоял за дверью, да? Но кто смог сделать подобное? А главное, зачем? Why? На столе лежит судовой журнал Санта-Марии, испачканный кровью. Похоже, убийца торопился, да? А, похоже, убийца копался в нем. Нужно немедленно его изучить. Так, Санта-Мария выброшена на скалы. Благодарение небесам. Часть команды уцелела. Так. Боссон сообщил мне, что большинство припасов безнадежно испорчено морской водой. Придется отправиться
Кого-то в поисках острова. Хорошо, блин. Еще одна шлюпка на горизонте. Идите в нашу сторону. А, идет в нашу сторону. Либо это наши разведчики, либо еще кто-то из выживших. Окей. Найти медный остров. Мы сможем с вами найти сейчас, получается, медный остров, добыть меди и производить, получается, этот, как его, где эта штука? Где ты? Я тебя что-то видел. Так, а ну, игра. Где ты тут находишься? Так, ну не смешно, где-то же было. Чтобы мы могли с вами воду добывать, выпаривать ее морскую. А мне для этого нужен будет... Так, 0 очков навыков, 0 очков навыков. Где оно такое? Вот, солнечный опреснитель, да? Вот, мне нужна будет такая вот штука. Угу. Нужно будет делать ее потом по ходу в печке нашей глиняной. А может и не глиняной. Вот этой вот. Ладно, идемте. Идемте нам же сюда, правильно? Да. Что это такое? Так, выбрать все. Отлично. Что-то мы с вами взяли. Не, я думаю, палочки мы с вами оставим. Что это такое? Съедобно можно добыть на растениях. Угу, съесть. Во. Прикольненько. Водичка добавилась. Отлично. Все. Тогда предлагаю идти обратно на свой корабль. Только где он находится? По-моему, сюда, да? Да, сюда и нужно как-то спрыгнуть. Аккуратненько, хотел сказать. Ну, сделаем вид, что аккуратненько. И поплыли. Да, все. И поплыли с вами на следующий остров. Посмотрим, что у нас там есть. Попробуем добыть немножко меди. Только самое интересное, у меня обычная кирка. И с обычной кирки я не знаю, смогу я добыть меди, либо не смогу. Ну, если честно, я думал, будет хуже, то есть по поводу лодки. То, что она у нас развалится еще в первые секунды, как мы только сюда приплывем. Ну, в принципе, нормально. Так, если я не ошибаюсь, здесь у нас сколько островов? Пару островов, штучек. Штучки 4-5, да, по-моему, тут было. Так, предлагаю все их посетить. И нужно будет взять карандашик и зарисовать. Так, но это просто скалы, правильно я понимаю? Да, это походу просто скалы, и сюда я никак не залезу. Да, ну нам и не надо. Так, все. Так, справа остров, вон маленький, ага. И вон еще какой-то островок. Давайте, наверное, с него и начнем. Давайте, наверное, с него и начнем. Нужно будет сейчас... Давайте посмотрим, что у нас лишнее. Большая ветка. Блин, не знаю, давайте оставим. Мало ли, вдруг придется кирку делать. А она, по-моему, с этой ветки делается, эта кирка, если не ошибаюсь, да? А ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим, где наша кирка. Так. Не, она делается из той штуки, которая у меня дома лежит. Ну и ладно. Ну и ладушки. Если что, приплывем. Мы уже знаем, как сюда добраться, так что, если что, приплывем. Так, что у меня по поводу мелков? Сколько у меня ж... Ага, мы сможем с вами этой штукой использовать. Ладно. Так, давай сюда. Так, бонжур. Кто у нас тут? Камушек. Нет, нам явно камушки не надо. Камушки у нас дома есть. О, привет. Привет, черепахин. Не бойся, тебя я трогать не буду. В начале игры я сказал, что черепах мы трогать явно не будем.
Так, что это тут находится? Это тут находится. Срубить, 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 срубить. Ну, давай попробуем. Бум. И это все? Это типа я срубил ради того, чтобы просто срубить. Что это такое? Щепки. Хорошо. Хорошо, щепки так щепки. Все? Я ради щепок сюда пришел. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладушки. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть дальше. Можем зарисовать здесь. Давайте зарисуем вот этим мелком. Во. У нас что тут находится? Краб и кокосовая пальма. Хорошо. Хорошо. Окей. Блин, а где наша лодочка? А вон наша лодочка. Так, где кокосики? Предлагаю выпить кокосиков. Как вам такая идея? Звучит. Звучит хорошо. Так, ну кокосиков у нас тут нету. Ну и ладно, у нас тут есть кокосики. Так, давайте смотреть. Давай возьмем один кокосик. Спирт убрать. Так, для ружиха убрать. Половина бревна. Давай, наверное, просто выкинем тебя. Палочки тоже повыбрасываем. Палку выбросить. Эту мы ложим сюда. Сколько у нас? 30 из 90, да? Чернильницу сюда. Кокос мы выпьем. Щепки тоже сюда. Так, хорошо. Давай рецепт. Нам нужно все-таки будет найти с вами меч сейчас. Не зря же мы сюда приплыли, правильно? Так, все, поплыли. Этот остров мы отметили. Как раз у нас хватает мелков, чтобы зарисовать вот эти вот три острова. Не знаю, может, с помощью чернила, конечно, можно все сразу три зарисовать, но что-то я сильно сомневаюсь по поводу этого. Так что плывем. Ага, вон что-то светится, видите, на горе слева. Интересно, что там такое? Походу, здесь мы будем медь с вами добывать, да? Ладно, давайте. Давайте, давайте куда-то, куда-то приземляться. Так, вот, давай сюда. Нужно будет сейчас, наверное, подняться наверх, а потом уже зарисовывать. Потому что по-другому, я думаю, мы так с вами весь остров не зарисуем. Так, давайте смотреть, что тут есть. О, ля, буйвол. Прикольно, прикольно. Прикольно. Ты ж, наверное, на меня нападать сейчас будешь, да, падла? Ты ж, наверное, сейчас на меня напасть захочешь. Да? Или ты убегаешь? Ага, ты убегаешь. Так, нам нужно подняться вон туда. Вон туда. Но для начала давайте, наверное, поспим. Поспим, отдохнем. И с утра с новыми силами. Так, не, не ремонт. Спадки. Все, и с утра с новыми силами. Пошлите смотреть, что у нас тут с вами есть. Главное, чтобы на нас сейчас буйвол не напал. Потому что будет обидно. А давайте попробуем. Попробуем принять это зелье, которое позволяет нам видеть сквозь траву животных. Ну, чтобы мы понимали, будет ли на нас кто-то бежать, либо нет. И кто тут вообще есть. Ну, как раз посмотрим, как эта штука работает. Так. Принять. Все. Ага, у нас водичка там есть какая-то. Лодочка. А вон животные. Хорошо. Так, как сюда подняться? Как мне к тебе подняться? Вот это вот вопрос хороший. I don't know. Ну, надеюсь, сюда. Так, ну, орел нам не страшный, а вот ты... Ага, ты будешь нападать, да? Или не? Или ты хороший буйвол? Так, что это такое? Повязка.
Косточка нет. Веревка, да. Давайте полностью все прошуршим. Мало ли тут что-то интересное будет. Так, ну сюда я не пройду, да? А не, пройду. Что это такое? Давайте смотреть. Куски кактуса. Собрать. Что мы с тобой сможем сделать? Так, ресурс для производства можно добыть из... Ага, мы что-то сможем из кактуса, наверное, и, наверное, алкоголь делать. Правильно я понимаю? Наверное, понимаешь правильно, что мы будем делать из кактуса алкоголь. Хорошо, давайте соберем тогда все. Конечно, у нас остается мало места для меди. Уголь, хорошо. Места для меди у нас с вами остается мало. Но, если что, на крайняк что-то мы с вами выкинем. Ладно, идем дальше. Тут даже огонь светится. Прикольно. Что это светилось? Я же видел, что светилось. Ага, эта косточка светилась. Все, буйволы. Как говорится, хорошие. Я не по вашу душу. Блин, единственное, знаете, что я хотел бы узнать бы? Можно ли будет здесь выращивать этих буйволов? Так, взаимодействовать. Ага, взаимодействовать это с водой морской. Нет, это нам не надо. Здесь ничего, походу, нету, да? А нет, вот бриллиант какой-то. А что я пропустил? Я брюлик какой-то пропустил. Прикинь. Бум, хорошо, это то есть у нас появился, по идее появился, нет, не появился, ну и ладно. Вот, кусок медной руды, прикольно, кусок медной руды, крафт, теперь у нас появился крафт. Здесь мы сможем с вами делать плавильню, угу. У меня есть куски глиня и дома два, по-моему, массивных камня тоже у нас есть. Так что мы с вами сможем делать теперь. Отлично. А давайте еще посмотрим. Кто тут и что тут есть? Веревочки мне по-любому надо будет. Что у меня по поводу веса? 26 из 57. Хорошо. Еще как минимум, как говорится, 30 кг. Мы сможем с вами, там буйволы, сможем с вами поднять. Угу, вон там кто-то. Кто-то что-то где-то. Так, не туда. Это просто солнышко. Окей, идемте смотреть. Идемте смотреть, кто тут и что тут. Ты кто? Ага. Змеючка, понял. Это змеючка. А ты? А ты кокосик. Окей. Ну все, прекращай. Прекращай. Я пришел с миром. Так, инвентарь, давай. Рецепты. Вот так вот. А, это не змеючка. Ля, это ящерка. Ах ты, гребаный. Кто ты? Что это такое? Свежая шкура. Тегу. Угу. Жир животного. Давайте шкуру добудем. Прикольно. Я думал змея. Ага, следы твои, да? 70 метров. Что-то опасное, ля. Идем смотреть на что-то опасное. Ты тут? Ля, тарантул, да? Или кто это? Попал? Не? Алло. Ага. Падла. Укусить меня, да, хотел? По-любому. Так, блин, где эта штука находится аж? Всякие опасности тут поджидают. Так, нам нужно наверх. И, наверное, наверх нам нужно сюда будет пройти. Ага.
Так, хорошо. На самом верху как раз используем с вами это как его карту, чтобы зарисовать. Так, ё, во, змея, хорошо. Ага, падла. Ах ты, падла. Да за что? Просто хотел пройти. Что это такое массивный камень? Возьмем с собой? Нет, наверное, не будем. Дома у нас этих массивных камней. Вагон и маленькая тележка. Так, что тут находится? Что тут находится? Походу ничего, да? Снизу что-то находится. Ага, здесь кто-то есть. О, здорово, падла. Это змеючка. Так, змеючка, хорошо. Ты кто? Это живая вода, да? Живая вода, хорошо. Все, здесь больше ничего нету. И больше ничего. Ну все, все, давай дружить, давай. Падла. Так, что тут за бриллиант? Какие богатства нас тут ожидают? Бонжур. Книжечка. Так, давай смотреть. Легкий перегрев. Бум, с шапочкой испортилась. Так, тушка паука мы выкинем. Что у нас по поводу крафта? Что-то появилось, да? Так, щепки. Понятненько. Щепки, а это у нас... Веретено для розжига. Ага. Давайте, наверное, возьмем в руки с вами факел. Зачем он пропадать будет, правильно? Просто так. Разжечь. Все, отлично. Берем в руки факел и идем смотреть, что тут еще есть интересного. Так. А тут больше ничего нету, да, интересного? Да, ничего нет интересного. Тогда возвращаемся и идем назад. Все, 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 все. Давай, дружи, давай. Корица, давай дружить, давай не будем ссориться. Нормально же общались. Че ты начинаешь? Ах ты! Падла, вот стоило тебе меня трогать, а? Вот скажи, пожалуйста, вот тебе надо было меня трогать? Жила бы себе спокойно, кушала мышей. Не, надо было напасть на меня. Ну ладно. Так, я не знаю, как сюда подняться. Сюдой? Не сюдой? Нет, походу не сюдой. Но как-то сюда подняться можно. Да, вот оно. Только давайте, наверное, мы сейчас с вами поднимемся и попробуем отсюда подняться и зарисовать. А мы тут не зарисуем, нам нужно будет сейчас сделать вот так. Взять карту, попробовать нанести. Бум! Давайте смотреть, что у нас тут есть. Есть лиана, есть бизоны. Ага, даже ананасы. Хорошо, если вверх так подняться. Так, вот оно что, Михалыч, место рождения, а это уголь, место рождения угля, а нам нужен, наверное, будет уголь для нашей этой штуки, да? По-любому она на угле работает, плавильня, и по-любому нам нужно будет сюда приплывать за углем с вами, правильно? Я угадал, что плавильня будет работать от угля. Не может быть все так просто. Так, хорошо, как мне сюда подняться? Во-первых, давай потушим факел. Умничка. И во-вторых, как мне сюда к тебе подняться? Главное сейчас не упасть, не упасть, не упасть. Шикарно. У нас получено 1 очко навыков. Можем ли мы его использовать? Недостаточно опыта, недостаточно опыта. Ладно. Ладно. Давайте сюда потратим.
Ага, а я пить хочу, ребят. А я хочу пить. И что делать? Нужно попить, правильно? Правильно. Ага, а мы сознание с вами теряем. А я пить хочу. А мне нужно вниз быстро. Мне нужно быстро вниз, чтобы я... А, ну, живой водичкой. Все, поправили здоровье немножко. Спускаемся назад. Так, а если я тебя... Разберу и попробую съесть. Получится что-то или нет? Не получится ничего. Блин, единственное, знаете, в чем проблема? Если я сейчас откисну, я не смогу сюда вернуться, потому что у меня лодки нету. Вот это вот в чем проблемка. Мне нужно сразу либо до своей сейчас лодки бежать, либо здесь искать какие-то с вами фрукты, ягоды. Что это такое? Это большой лист? Нет. Мне что-нибудь нужно с водой попить. Пить не то. Так, сейчас мы наверх еще вернемся с вами. Блин, ну я так понимаю, мы здесь будем частые гости, так как для спирта, наверное, нам нужно будет кактусы брать с собой, вырубать и уголь добывать вместе с этой с медью, возвращаться домой и в плавильне делать. Но либо как вариант перенести, получается, сюда этот, как его, ресурсы и поставить здесь плавильню и плавить тут материалы. Не знаю даже, как и поступить, но ладно. Давай, 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 давай. Все, хорошо. Кокосы я с собой забираю. Так, давайте, наверное... Нет, хвост змеи мы выбросим. Хвост змеи, я сказал, я выброшу. Так, и давайте смотреть, что у нас тут есть. Хвост змеи мне не надо. Палочки явно не надо. Бревна тоже. Палку дай сюда. Что мы положим? Сюда положим мы уголь. Свежую кожу. Кусок меди. Так, веретено. Кактусы. Веревку. Это все. Ладно, шапочку давай положим. Это все мы выкинем. Ага, без шапочки у нас с вами получается. Сейчас будет солнечный удар. Ладно. Давай тогда палку сюда, туда, 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 туда. Идемте. Идемте. Я видел тут листики. Починим сейчас шапку. Потому что без шапки у нас. Вы видите, припекает нашу черепушку. Так, где я видел эти листики? И пойдем попробуем посмотреть. Или мы на этот верх уже поднимались? Да, на этот верх мы, по-моему, уже поднимались. Бонжур. Листья, листья, листья. Листья, по-моему, где-то были здесь. Так, буйвола пока нельзя трогать не буду. Так, листочек дай сюда. По-моему, мне две штуки для починки тебе надо. Шапочка моя. Так, ремонт. А, не, одна штучка. Ну, нормально. Все, хорошо. Голова защищена. Правильно? Ну, все, да. Шапка есть, пояс есть, все есть. Давайте смотреть, где мы тут были, не были. Бонжур. Наверх. Наверх мы подымались, правильно понимаю? Так, это что такое? Ага, масло для лампадки. Прикольно. Улучшенный факел. Примитивная лампа. Дома можно будет поставить. Во, прикольно. А масло у нас будет добываться с вами. С вами масло где-то мы будем добывать, по-моему, с кокосов, да? Так, давай смотреть, что у нас тут есть. Так, зелье змеи. Зелье змеи. Батат, это не то. А где у нас медь добывается? Где наши медные рудники? Ну вот это же оно, правильно я понимаю, или нет? Или это вся медь, которая у меня типа есть? Непорядок, непорядок. Сможем подняться? Нет, не сможем подняться. Ладно, идемте смотреть. Идемте смотреть. Только единственное, что мне нравится, что солнышко начало припекать почему-то.
Хотя я вроде в шапочке. Непорядок, непорядок. Так, все, хорошо. Вода с нами есть. Вода есть, это хорошо. Идемте, возвращаемся обратно. Тихо, 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 тихонечко. Кто это? Кто козел? Так, тут на змейке были, это я, да, я помню. И мы, по-моему, с вами были тут. Интересно, можно ли сюда как-то подняться еще или нельзя? Давай, 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 давай. Не знаю, надо ли сюда, либо не надо. Наверное, не надо, да? А как мне сюда подняться? Где рудники? Ну, оно меня не пускает. Меня игра сама не пускает сюда. О, все, пустила. Отлично. Шикарно. Ну, наверное, надо было по-другому как-то делать. И как мне к тебе, ну, взаимодействовать? Да, это понятно. Как мне к тебе туда, на вот эту вот штуку забраться? Но явно ж не перепрыгивать или перепрыгивать. Так, все, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. И давай, донде стала библиотека? Нет, пожалуйста. Ты что, допрыгнуть не мог? Ага, ребята, у нас проблемка. У нас такая маленькая проблемка. Нормально. Ама. Нормально. Или мне к тебе туда не надо? Алло. Игра. Дай подсказку. Ладно, не надо, так не надо. Но тогда в чем прикол? Так, кто в курсе, что тут происходит? Что мне тут нужно делать? Так, я вижу там пещеру какую-то. Давайте попробуем еще раз подняться. Если нет, то спустимся обратно. Я, по-моему, где-то туда поднимался по камушкам, да? О. Все, шикарно. А тут я явно не запрыгну или запрыгну. Не, тут не перепрыгну, наверное. Но? Ага. Запрыгнул, проверяй. О, есть, хорошо. А здесь теперь по бревнышку. Давай. Не? А здесь по бревнышку. Стой, нет, не упади только. Не упади, пожалуйста. Не упади, не упади. Фу, я, наверное, сломал игру. Наверное, она была как-то по-другому. Ну ладно. Сделаем вид, что все-таки задумывалась. Угу. Это просто кустики. Ах ты! Козюля! Ты что, издеваешься? Ты что, издеваешься? Алло! А возьми в руки что-нибудь более мощное. Ну давай, давай, иди сюда. Давай. На? Падла. Испугала меня. Вот что ты шипишь? Скажи, пожалуйста, вот что ты шипишь? Что ты от меня хочешь? Давай. Давай, по одному. Все, до побачення. До побачення, до побачення. Ага. А мне недостаточно прочный инструмент. Я не смогу добыть. Я серьезно, не могу добыть яичко. Бесите меня. А у меня ножик, да? Ножик, да, слабенький. А я где-то здесь видел камушек. Я видел камушек. Или нет, я не тут видел камушек. Место рождения угля 34. Смогу ли это все добыть? Нет, не смогу, потому что у меня закончится энергия и все. Ну ладно. Ну, смотри, в принципе, уголь мы-то с вами
немножко с собой взяли, мы теперь знаем, где она находится. И давайте посмотрим, как отсюда спускаться теперь или как подниматься. Ага, вот пещера. Вот вход. Понятненько, понятненько. Вот оно, что, Михалыч. Ага, это кто? О! Скушали, отлично. Вот был вход. Я зелье потратил, да, зелье я все потратил. А это что такое набор смерти? Редкий набор. Точность 0 для произведения железного оружия. Может быть найдена. Ребят, мы с вами сможем сделать железное оружие. Прикольно. Ага, вот где вход. Запомните, пожалуйста, где вход, где выход. Привет. Понятненько, понятненько. То есть понятненько. Хорошо. Только где находится медь, я так и не понял. Вот наш каноэ. Ага. Место угля, место угля. Так, что это такое? Муравьед. Кофе, да? Да. Ладно, давайте еще раз пробежимся, посмотрим. Может, что-то упускаю. Это змея? Нет, это не змея, это ящерица. Падла, дай сюда свою кожу. Так, рецепт, крафт, хорошо. У нас Хьюстон, как говорится, у нас проблема. У нас заканчивается еда и вода. Блин, а где же медь? Ага, и что это тут находится? Прикольно. Прикольно, давай. Наденем тебя вместо ножика и разжечь. Шикарно. О, большой камушек. Давайте сделаем себе. Это мы выкинем, сделаем крафт. Сделать обычный камень и сделать ножик. Потому что мало ли придется какую-то тушку разобрать с вами. Без этого ножа что-то не получается. Без каменного. Хотя я себе сделал улучшенный нормальный ножик. Но все равно не хочет работать. Ну ладно. Так, кто ты? Кто ты, что ты? Месторождение глины. Рецепт бульона из мяса муравьеда. Ага, а можно мне вот эту штуку забрать? Зависаешь, да? Понял. Понял, зависаешь. Окей, ладно. Ладно, идемте дальше. Блин, столько всего, что даже не успеваешь, да? Наблюдать за всем. Так, а где наша ящерка тут была? Никто не помнит, где мы ящерку потеряли. Я бы с нее мяско сейчас бы взял бы и покушал. Так, куда нам идти? Это у нас бамбук, уголь. Ну, правильно я понимаю, что медь, наверное, будет на другом острове. Здесь мы чисто будем уголь добывать с вами. Медь у нас будет на другом острове. Привет, как оно? Ах ты! Ну давай, давай, иди сюда. Иди сюда, падла. Так, а то возьми в руки что-нибудь более-менее нормальное. Так, давай возьмем мясо и сало. И скушаем. Все, хорошо. Пошлите дальше смотреть, что у нас тут есть. Бесите меня.
Ха-ха, кто это делает? Кто это делает? А ну иди сюда. Надеюсь, вы на меня нападать не будете или будете? Ну? Так. Пригоршня термитов. Кусок глины. Во, мы глину тут можем добывать. Забрать все. Нет подходящего инструмента. Мне нужна лопата. Блин, у меня лопата дома осталась. Ладно, зато теперь мы знаем, где мы можем добыть с вами глины. Кто это? О, здорово, муравьеды. Стой, падла. Стой, стой, стой. Стой, стой. Ну, стой. Все, хорошо. Так, свежая шкура, мясо муравьеда. Забрать. Все, шикарно. Рецепт разблокирован. Так, я предлагаю, знаете, что, ребят, делать? Делать, наверное, отсюда ноги. На лодочку. Делать ноги на лодочку. И на лодке уже отправляться на следующий остров и смотреть, есть ли там медь. Потому что здесь только уголь и большой каньон, который как мне пройти? Так, либо меня глючит, либо оно начинает лагать. Ага, а как мне этот каньон пройти? Каньон. По-любому нужно будет потом завалить это дерево, да? Ага. И что делать? Ага, вон вы мне дорогу, да, показываете? Хорошо, давай. Давай идем посмотрим. Как мне тебя срубить или не надо тебя рубить? Так, и там что-то есть, и тут что-то есть. Интересно, можно ли на тебя залезть? Либо нельзя. Ес, рубить нет. Так. Во. Отлично. Все, теперь у нас есть с вами переход. Так, а что по поводу мини-карты? Можем ли с вами... Сколько у меня осталось? У меня один уголек остался, да? Ладно, давайте попробуем зарисовать. У нас здесь находится кофейное дерево. Окей, спасибо, пожалуйста. Зря потратил уголек. Так, здесь у нас с вами тупик. Здесь у нас с вами тупик. Мне теперь нужно возвращаться вон туда. Хорошо, ладно. Ладно, но в любом случае нужно было сюда зайти. Блин, мне и поспать надо, и поесть надо, и все надо. О, грибочек. Зеленушка. Зеленушечка добавилась. Все хорошо. Зеленушечку я люблю. Так, кто тут есть? Давай, говори. Ага, опять ящерка, да? Так, зеленушечка пропадает. Падла, давай, подошел сюда. Кто? Ага, все, испугался. Так, у нас зеленушечка пропадает. Не знаю, можно ли есть зеленушечку. Наверное, давайте мы погасить. Посмотрим, что тут есть у нас. Во-во-во-во. Я тоже так подумал. Все, ну не по вашу душу, не по вашу. Успокойтесь. Я за кокосиком. Я честно за кокосиком. Все, отлично. Предлагаю бежать как-то к лодке. Только как это сделать по-быстрому, я без понятия. Идемте. Идемте. Давайте, наверное, только мы с вами... Перекусим немножко. Энергии у нас с вами мало осталось. Вот вы понимаете, да, про что я говорю, когда в начале серии сказал, что сильно много времени тратится на прохождение этой игры. Вроде тут все стандартно. Найди то, сделай то. Добеги туда.
Но все равно сильно много времени тратится. Так, давайте уходить. Блин, у меня здоровье вообще половинка. Нужно сейчас будет на лодочке поспать. Поспать на лодочке. Ну все, все, все. Не реви. Ну не реви. Ну ты же мужик, все, не реви. Да. Да, не реви. Все хорошо. Так, нужно будет сейчас поспать, поесть и доплыть на следующий остров. Куда нам вообще? Ух ты, ё, сколько нам бежать? Ух ты, ё, сколько нам бежать? А нам туда нужно, да? Нет, нам сюда нужно как-то перейти это все. Я уже не помню, как я сюда пришел. Я уже не помню, как я сюда пришел. Срубить пенек, не. Пенек мы срубать с вами не будем. Так, бегим дальше. Я, наверное, вообще такой бы, что на этом бы серию, наверное, и закончил бы. Да. Это, ну, жалуйся, жалуйся. Все. Все, у котика болит, у собачки болит. А у муравьеда не болит. Да. Да, мой зайчик, да. Я же на этом бы, наверное, серию Блин, я закончил бы, но надо уже доплыть до следующего острова, найти медь. И можно заканчивать, отправляться домой. Запасаться провизией. Запасаться всем. Приплыть сюда. Нафармить угля. Блин, с одной стороны, конечно, прикольно, что приходится на разные острова плавать по поводу всего этого. Но с другой стороны, я думаю, это будет немножечко затруднительно делать серию за серией, так как я этого хотел. Что-то я вечно выбираю какие-то такие игры, что просто так не пофармить. Все. Хорошо, хороший мальчик, хороший, все. За тобой мы потом вернемся. Так, давай поспим. Все, хорошо. Отлично. Давайте смотреть, на какой остров мы следующий поплывем. Так, здесь мы были, здесь корабль. Здесь мы тоже были. Здесь у нас находятся муравьедики наши. Давайте слева посмотрим, наверное. На вот этот вот маленький остров, что тут находится. И что тут есть оно? Пусть тут будет что-то хорошее. Так. Пусть тут будет что-то хорошее. Что-то хорошее. Пусть тут будет. Бонжур. Сверху что-то есть. Хорошо. Надеюсь, без сюрпризов не будет. Сейчас тут ни каких монстров. Так, разжечь. Прикольненько. И что? И что я за это получу? Рецепт фляги из кожи. Ля, мы флягу с вами можем сделать. Прикольненько, прикольненько. Только зачем она нам нужна, эта фляга? У меня уже моя фляга свистит. Так. Для производства можно сделать из свежей шкуры. Для сушки. Так. Требования. Хорошо. Костерчик. Очаг. Понял, ладно. Не знаю, что это нам дало, но, допустим, мы довольны. Ура, ура, ура. Все, поплыли дальше. Давай плывем дальше. Все, надеюсь, сейчас тут без приключений будет, и мы здесь найдем с вами медь, и она не будет находиться на том острове. Нужно взять с собой сейчас, наверное, чернилы. Либо чернила. Слышь, это ветряная мельница или что? Или меня глючит? Видите, что-то крутится впереди?
Мы сейчас какой-то рецепт, да, сейчас найдем. Ветрогенератор. Сможем зарядить свой телефон и вызвать себе помощь. Так, надеюсь, сюда мы поднимемся или нет, или сильно, сильно большой склон. Локация открыта. Ага, локация открыта. Локация закрыта. Мне нужно еще будет открыть ее на карте. Так, давай сюда чернила. А я смогу из этого угля сделать себе камушек для разрисовки? Так, нет, это не то, что мне нужно. Мне нужно... Где же оно находится, где этот уголек? Для рисования. Ну да, я его сейчас его не найду, да, как обычно. Крится, когда надо, я его не найду. А, я его делал в костре. Понял, все, ладно. Я вспомнил, я делал эту штуку в костре. Блин, а что за ветер? Что за ветер такой сильный? Это мне не нравится. А давайте, наверное, поспим. Давайте поспим, потому что здоровья у меня мало. Сейчас по-любому на нас кто-то нападет. Все, отлично. Теперь нужно попить. Давайте рецепт. Сейчас попьем и пойдем. Все, отлично. Идемте смотреть, что нас здесь ожидает. Бонжур. Здорово. Да погоди, я только спросить. Ну как хочешь. Так, ветер, ветер. Падла. Вот надо было тебе здесь. Вот оно тебе надо, скажи, пожалуйста. Жила б себе спокойно. Тихо, мирно. Не, надо вот это бесить меня, да? Все, надеюсь, тут больше никого нету. Так, и надеюсь, это живая вода. Надеюсь, это живая водичка. Так, здесь тоже, да, змея находится, да. Бонжур. Как оно? Нормально? Ама. Так, а где живая водичка? А, живая водичка снизу. И сверху там что-то есть. Прикольненько. Идемте смотреть. Идемте смотреть. Так, а я смогу здесь сделать зарисовку? Мне интересно. Или мне надо выше подняться будет? Так, как мне к тебе... Как мне к тебе подобраться? А, я без понятия. Я ж не допрыгну, да? Отсюда. Я ж по-любому не допрыгну. Вот 100%. Вот стопудово не допрыгну, вот чувствую я. Ладно, даже не буду пробовать. Идемте тогда вниз, возьмем живой воды, если это живая вода. Выпьем. Потому что ХП у нас вообще очень мало. Так, что тут находится? Так, где вода? Бум. Все, живой воды выпить. Хорошо. Хорошо, теперь можно и прыгать, да? Со скалы на скалу. Это, конечно, все хорошо. Можно мне, пожалуйста, медь, источник меди найти? Просто у меня перо-то одно. Перо-то у меня тут одно. Если я начну рисовать, не знаю... Бум. Алло, алоэ. У нас тут алоэ, шакал. Алоэ и шакал. Нет инструментов. Все, я больше не могу зарисовывать ничего, потому что у меня нет инструментов. Ну и ладушки. Ну и ладушки. Ладно,
Пробуем, но что-то я как-то сомневаюсь, что мы с вами допрыгнем. Не, мы не допрыгнем, ребят. Можно даже и не пробовать. Тогда как это сделать? Тогда как нам это с вами сделать? Так, наверх, наверх, наверх. Угу. Или нам не нужно наверх запрыгивать? А то я что-то себе сейчас уже понапридумываю того, чего не надо. И все, я застрял, да? Да, я застрял. Падла. Ладно. У-у-у. Стоять. Ага. Попался. Подлюка. Давайте сожрем. Все, побежали. Сделали из тебя суши. Это, конечно, хорошо. Алоэ. Алоэ, конечно. Конечно, люблю алоэ. А где наша медь? Я такие, извиняюсь, где наша медь? И что это крутится такое? Что это такое здесь крутится? Легкая постройка. Прикольненько. Так, тут что-то есть. Там тоже что-то есть. Идемте вниз. Так, сейчас, секунду. Сяду удобнее. Идемте. Так, а ну. Так, наш навигатор Диего Нуньес прибыл сюда, чтобы изучить ветра. Работа была в самом разгаре, когда убийца нашел его. Похоже, первый выстрел лишь ранил Диего. Он попытался спастись, но вторая пуля настигла его. Я даже не сопротивлялся. Что за чудовище могло сделать такое? Я без понятия, что за монстр мог это сделать, но с вашего разрешения, понимаешь, что ролик уже длится. Сколько сейчас я посмотрю? Сколько уже сейчас будет длиться ролик? 1:12, прикольненько. С вашего разрешения, кажется, я выпью немножко кофе. Во, хорошо. Идемте смотреть, что это такое. Бум, увеличительное стекло. А это у нас что? Что такое, что нам позволяет делать увеличительное стекло, кроме увеличивать квадратность рожиха, может пользоваться днем ясную погоду. Ага, то есть типа влияет на рожих костра, на распаливание, да? Все, а мы здесь пройдем? Да, мы здесь пройдем. Я факел пока местно зажигать не буду, или буду, или не буду. Так, кто тут в теремочке живет? Копье, ля, каменное копье. Прикольно, так у меня вроде есть каменное копье. Тю, тю, я тю, я ради этого, тю, ради этого сюда бежал. Так, что это такое? Бык, ты чё, бык, а? А ты? А ты? А ты бык? Змея? Не, не змея. Кушок, кушок, кушок чего-то. Кушочек. Маленький кушочек апсида. Кушочек, конечно, это все хорошо, но я пришел сюда за медью. Использовать. Все, хорошо. Ля, не зря с собой веревку взял, видишь? Умничка какой. Так, хорошо, отлично. Давайте посмотрим, что это такое. Бум. Шикарно. Плюс 50 чего-то там, кого-то. Хорошо. Так, что это? Муравьед мясо скушали. Грибочки можем кушать. Съедобные можно найти рядом. Все, давайте скушаем, чтобы немножко освободить себе место. Потому что места у нас уже нету с вами. Шкуру я не выкину, палочку выкину. Сугалина оставлю, мастер для лампы, листочек выкину.
камушки, ножик выкину, сделаю себе новый ножичек. Так, интересно, мы найдем в этой серии этот, как его, с вами найдем медь или не... Ля! Ага. Ага. Ага, здорово. А сколько вас тут? Ага. Все, минус один. Что у тебя есть интересного? Сухожилье. Ладно, это мы с вами добудем и дома. Это мы с вами и дома добудем. Давай, давай, иди сюда. Все, минус шакал. Отлично. Записка неизвестного конкискатадора. Судя по наскальным рисункам, индейцев поклонялись особому дереву, найденному в недрах этой шахты. Древо росло посреди ядовитых паров, и только под его корой можно было дышать. Ага, я дышал этим парами относительно недолго, поэтому я должен быть в порядке после небольшой отдыха. Я доброжу свои исследования. Ну да, ну да. Я вижу, продолжил. Продолжил, проверяй. Так, что тут есть? Так, какой-то бриллиант, но мы к нему не сможем, да, подойти? Или сможем? Или сможем, или не сможем. Так, тут закрыто, тут закрыто. Сюда и можно будет пройти. Ладно, давайте смотреть, что это такое. Так, необходим ключ от каменной двери. Угу. Ребят, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю продолжить уже в следующей серии наше с вами приключение и путешествие. Потому что реально уже больше часа мы играем. Я так понимаю, в следующей серии мы пойдем куда-то налево-направо, да? Где она находится? Вот этот вот предмет. Мы его заберем и что-то с вами получим. Так что все, всем пока-пока и до потом. Все, услышимся.